Мое почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами Headcrab, и мы продолжаем расширять нашу империю зла. Что на этот раз? Давайте посмотрим. The Empire seems to think that this war is best fought on our own territory. For they enter Raskos's realm in droves. Before you lies the portal through which they mount their assault. Destroy it, and you will cut off their supplies. And their single path of retreat. Так, значит, миссия называется «Стол врага». Похоже, империя считает, что воевать лучше на территории противника в мире Раскоса. Их уже толпы. Перед вами портал, через который идет их наступление. Разрушите его, и вы перережете им линию снабжения. И лишите единственного пути отступления. Значит так, значит, основное задание – освободить пленных существ Раскоса и отразить атаку сил Империи с их помощью. Хорошо. Ну, вперед. The Empire continues to put pressure on Raskos's realm. Many of his defeated minions have been brought here and imprisoned by the Empire. This domain has been entirely overrun, and still more reinforcements spill from the portal to the north. While they are well supported, they've made the mistake of imprisoning Raskos's minions. These minions will happily join your cause. If you can liberate them from their greasy jailers. Так, значит, держат в плену козлы наших, наших, не знаю, как правильно их определить, вероятных союзников, короче говоря. Смотрю я на наше поселение и думаю, все-таки будет нам место, где расстроиться. Давайте посмотрим. Да, должно быть место. Да, что-то есть. Также тут сразу предлагают напасть и освободить, но я думаю, пока мне некем нападать. Ой-ой, нет, все-таки тут какое-то ограничение, черт побери. Придется нам не устраивать красивенькие комнатки, а организовывать уже круговую. Круговое расселение, черт побери. Ну, это к лучшему, я думаю. Меньше будет места, чтобы наши юниты передвигались. Первым делом, что нам предлагают построить. Да, хижину этих существ. Да, они самые кровожадные, кстати, самые клевые. Ух ты, можно улучшить загон для тварей, нифига себе. Бафуй теней, вперед. Ой, хорош. Они просто омерзительны, и это прекрасно. A Bafu has entered your dungeon. The Bafu is a winged terror who will aid your attempts to free my minions. Its terrifying screech heralds my revenge. As Raskos suggested, the Bafu is indeed a terrifying force of wing and claw. While sightless, it has no trouble finding foes. And will easily slice your enemies to ribbons with its terrifying strikes. Use your beasts to overrun the outpost to the north and free Raskos's minions. Raskos's minions? But once your workers have claimed them, they will be free and fight to avenge their former master. Короче говоря, вот эти твари мне тут принесут победу.
Я вижу, они настолько ужасные, настолько прекрасные. Черт побери, злые, блин. Это просто чудо. Сейчас они, я их, конечно, отошлю. Тут уже покорять блокпост этих гномов. Но я еще немножко хочу расстроиться, черт побери. Кормить их не надо, поэтому, да, в принципе... Вот этих придется кормить. Ладно, золота очень мало, я не буду его сейчас тратить. Давайте все-таки захватим тут этих гномов, атакуем. Прежде всего тут прокопаем дырку и пойдем в атаку. Освободим наших заточенных друзей. Все, отправляйтесь, ребята. Так, тут сложнее проломить, потому что с той стороны укреплены уже стены. Но я думаю, они справятся, проломят. Давайте, ребятки, давайте. Ломайте, ломайте эти укрепления. Так, хорошо, давайте уже и тут ломайте. Раз такое дело. Хорош, тут проломили. Все, пошли мои, да, пошли мои злые существа, полетели, побежали, потащились. Все, сейчас будут всех убивать, тут ломать, крушить и рвать на части. Так, а как их освободить-то, а? Ну, налетели, в принципе. Дальше, значит, надо сюда, вперед. Ломаем двери, убиваем все, все живое, что там есть. Какие они злые эти твари, прямо злющие. Сейчас гномы попытаются отмахаться, но я думаю, им это не удастся. Так, ну я не знаю, как их освободить. Ой, хорош. Все. Освободил. Ух, какие ужасные у меня создания. Не бойтесь, я сам боюсь. Так, ладно, будем развивать наше успешное прохождение вот поста. Тут как раз, вот да, вот тут мы будем развивать свои, наверное. Я просто золото не вижу. Поэтому мне нужно вот искать, вот тут я вижу золото, буду, наверное, добывать их силой. Ой, смотрите, что мы их посадили, короче. Ой, красота. Мы их посадили прямо в темницу, черт побери. Ха-ха-ха-ха. Козлы, блин. Нефиг, блин, было нас держать в этой херне. Так, давайте освобождать все помещения, ребятки. Ломайте двери, вот это все ломайте. Портал освобождайте. Эти дверки уже поломаны. Так, тут сейчас должны мои гномы. Не гномы, бесы начинают захватывать все подряд. Да, золото уже засчиталось для нас. Было 3000, стало 11. Это что такое? Это... Нет, это тренировочный лагерь. Да. Как раз для нас тренировочный лагерь. Так, ну конечно же и тут тоже дверцу поломайте, пожалуйста, ребят. Тут не добили, ну ладно. Ха-ха, блин. Вольерчик, скинули гномов, козлов. Нефиг было, блин, издеваться над ними существами. Все. Ой, тут придется взрывать. Я помню, я помню. Для этого нужна алхимия. Тюрьма, вот. Даже можно тюрьму строить. Красотень-то какая. А я знаю, зачем тюрьма. Потому что в случае, если есть тюрьма, эти герои не возвратятся, не вылечатся и не будут качаться и качать свой уровень дальше. Это очень по-злому. Это мне очень нравится. И дело в том, что мои крысы, блин. Их освободить, что ли? Ой, смешно, короче. Ну, ладно. Так, все, захватили.
Дальше смотрим, что захватить имперскую тюрьму и освободите пленных существ Роскоса. Сделал. Позвольте вашим рабочим захватить расположенную публику пыточную. Пыточная — это вот тут что ли? Это пыточная. Барак. Ага, тут еще есть поселение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тут взрывать ничего не надо. Просто вот пыточная, наверное. Вот да, вот тут. Сейчас мы захватим. Сначала проломаем тут пару кусочков. И захватим. Так, тут отдыхают ребята. Проломали. Отличненько. Ну, давайте тогда уже продолжать развивать наш успех. Второй банкпост. Ага, вот на востоке. Ну да. В принципе, правильно. И тут и пыточную сразу захватим. И золотишко. И тут побольше будет у нас этих вот заключенных. Это просто замечательно. Давайте, ребятки, дальше. Дальше, дальше, бегите. Прорывайте. Ух, насколько они злые, блин. Настолько они ужасные. Трепещите, гномы. Трепещите. Злое воинство. Идет к вам. Поторопитесь, тороплюсь. А где оно? Ну аж тут. Ничего, ничего. Не справимся, в тюрьму их всех сажаем. Ломать, крушить, рвать на части и в тюрьму всех сажать в тюрьму. Так, захватили. Отлично, уже 20 тысяч золота, хотя тратить пока не на что. Насколько я понял, вот это пыточное. Да, это пыточное. И тюрьма еще одна. Их вот мы тут освободим. Ух ты. Кто это такой? Ой-ой-ой-ой-ой, это какие-то бесы. Ой, красота, это какая. Это какой-то бард с электрогитарой. Наверное, это как раз наш союзник. 50 уровней. Захват. The first will allow your succubi to corrupt enemy units and bring them under your dominion. Alternatively, you can click the prop to toggle it. Тут еще пыточные. Это просто. Burn the unfortunate victim to a crisp. Музыка для ушей. Суккуб у нас появится. Давайте, ребятки, разбомбите еще вот эту вот штучку. Я думаю, полностью захватим. Вот мои эти же бесы начинают тут ломать, крушить, рвать на части все. Облагораживать эту территорию, черт побери. А это куда ведет дорожка? Интересно. Мы это еще узнаем. Пока что давайте захватим тюрьму. Мне вот этот вот, блин, Элвис Пресли нравится. Кто он? 10 уровень. Есть, суккубы. Some succubi have joined your dungeon. These vicious temptresses are happy to ensure the guests of your torture chamber are comfortable during their stay. In battle, they will seduce their targets with a charming wave of their demon hand, leaving them helplessly infatuated. Это, конечно, замечательно, но вот это кто такой? Бард. Почему я не могу барда на свою сторону заманить? Бросьте барда на добычу. Бросьте барда на дыбу и смотрите, как суккуб превратят его в нашу, на нашу сторону. Бросить барда на суккуба? На дыбу. Что это значит? А, все, понял, понял, понял. Пыточная. Ух, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как суккуб будет с ним разбираться. Так, без подкрепления уничтожить портал на севере. Суккубы будут пытать существ, сейчас фоно. Так, да где суккубы?
Я понял, я их, конечно, немножко озадачил, а теперь Сукуб должен вернуться и пытать этого барда и на свою сторону. 10 уровень хочу. Так, где Сукубик? Черт побери, где Сукубы? С кем еще тут сражаются? Вот Сукуб, куда побежал? Пожалуйста, давай вот сюда вот. Ой-ой. Ну что ж ты, куда ты убежала? Сукубина. За деньгами, что ли? Так, дополнительно освободить остальных существ Раскасан, блин. Как раз там у них будут казины, и их освобождение пытка будут станет с нашим разведчиком. Ясно. На красном огне. Они, наверное, имеют в виду как раз вот это. Пыточную. Так, что нам тут показали? Нам показали, что... Да, тут тоже есть тюрьма. И тут тюрьма есть. Давайте освободим наших заключенных. По-другому никак. У нас деньги, в принципе, не вечные. Зарплату платить надо. Но и чтобы была зарплата для наших существ, нужно постоянно добывать все новые и новые. Ох, им далеко ходить, в принципе, их лучше бы я не отпускал. Ну да ладно, это уже не суть важно. Я, кстати, вот и что хочу. Я вот сейчас их буду, короче... Да, вот для чего пыточный. Боже мой, как это приятно. Вот так. О, вот для чего нужны заключенные. Вот зачем нужны заключенные. Только суккубов не хватает, честно говоря. Именно суккубы должны с ними что-то страшное творить. Так, давайте, ребята. Уничтожайте противника. Так, с кем они там воюют? С дверями, что ли, да? Ой, хорош. Welcome to the archive, Vladdy. I'll bash you, Vladdy. Your minions are fighting the enemy. Так, хорош. Your unfortunate minions will have to rest occasionally. However, you can хорош сюда. By dropping them upon an unclaimed lair, or if you're feeling a bit less helpful, by selling their existing lair. Ну отдыхать, но отдыхать тут есть же место, хотя уже я вижу места очень мало. Надо строить место для отдыха, но где-то поближе. Я думаю, вот как раз вокруг этого портала место для отдыха будет самое оно. Давайте построим. Я думаю, незамедлительно тут займут места свои ребятки. Тут, в принципе, это как по центру, легче бегать на отдых. Так, тут у нас еще двое есть, красавчика. Давайте пытать. Давайте пытать. Блин, суккубов бы побольше, черт побери. Тут уже так красиво, такая красота. Вот еще один четвертый уровень. Хочу пытать гномов. Так, ну что же там, как проходит? Да. Ой, как-то дефолт. 13 тысяч это что, дефолт, что ли? Не говорите глупостей, дорогой рассказчик. Нет дефолта. Хорош, зато мы тут захват. Вот еще золотишко сейчас будет, артефактики. Все как полагается. Все как у белых людей. Давайте, ребятки, кровожадные мои детки. В атаку. Ой, сколько сокровищ. Давайте, мои ручонки скоро доберутся до этих сокровищ. Мне не будут нужды в золоте. Мне абсолютно не будет нужды в золоте. 13 тысяч, ну почему? А, в принципе, сейчас мои гномы прикопают тут, и все будет окей. Наверное, я все-таки магию не особо использую, поэтому я с помощью магии призову несколько бесов. Еще хочу бесов.
Раз, два, три, четыре. Давайте посмотрим, сколько сейчас у нас этих бесиков находится. 9, 10. Давайте будет 10 бесов. 2 суккуба, кстати, у нас. 2 суккуба. Ой, тут еще какие-то пыточные. Нет, лаборатория, я помню. Так, что-то эти лабиринты меня не особо радуют. Эти лабиринты слишком лабиринтные. Так, золото я освободил. Вот, еще нужно освободить наших ребятушек. По центре я пришел. Тут шаман какой-то. Да-да-да, это эти психи, блин, короче. Они так и называются. Их так и называют психами. Они вот в этих лабораториях варят всякую хрень. Так. Соберут ваши психи. Отлично соберут. Конечно, соберут. Смогу взрывать твердые породы. Скорее. О, все, денежки присоединили ко мне. Ух, 46 тысяч, никакого дефолта. Ура! Ура, свинарник один стоит на отшибе. Черт побери. Какого черта он нам стоит на отшибе? Так, давайте еще тут все позахватываем. Тут кузница вижу. Так, освободили, нет? Ну вот сейчас бесы мы освободят как раз. Так, что с тобой? Хорош, побежал. Так, мы этих взять я пока не могу. Траскас извиняется передо мной постоянно. За неудобство, черт побери. Нехрен извиняться, блин. В атаку. Да, конечно, тут по лаве бегают мои пацаны. Реально бесшабашные существа. Но зато очень-очень кровожадные. Я просто их обожаю. За их кровожадность, черт побери. Да они вообще, блин, тут без еды будут на меня работать. Ломать, крушить. Ломать, крушить, рвать на части. Вперед. Вот еще одна тюрьма народов. Вперед, тут столько охранников. Сейчас всех замочу. Кстати, их и посажу в эту тюрьму. Жарко, не то слово. А вы куда пошли? Ей. Оу. Вы чё, ребята? Блин, они кого-то чё замучили? Да, они замучили одного моего беса. Вообще охреневшие пацаны. Ну чё, я верну его. Все. Скинули этого, короче, сюда. Но не освободили пока моих. Да ладно, давайте я еще тут пропустил, в принципе. Это что такое, ловушечка? Осталась живая. Тут тоже, я думаю, есть тюрьма народов. Надо освободить. Ой, да тут вообще с этой стороны есть подход. И с той стороны. Неважно, короче. Так, сейчас все захватит. Бесята. Десять освободить осталось. Оставьте войска империи в мире роскоши без... Да, все. Присоединились, отличненько. Давайте, мои маленькие злые существа. Ломать, крушить и рвать на части. Это уже не рабочие. Кстати, какой-то баг, наверное. Они разнесли эту ловушку. Или эта ловушка попросту отключена. Нам неизвестно, но раз она на нас никак не влияет, мы также не будем обращать на это внимание. О, пивнушечка-то верно. Атака. Шестые, пятые, третьи уровни. Нет, меня уже не удержать. Не удержать мою орду.
Да вы что, тут какие-то гномы пришли к обеду. Только отобедаем мы. Пьяные гномы. Так, где тюрьма народа? Ломайте, ломайте все подряд. Это место отдыха. Пивнушечка большая. Ну, у меня такая здоровая получается. Да, здоровая такая у меня империя. Зла, расширение империи зла. Могли зайти и с этой стороны, кстати. Ничего, ничего, сейчас. Мне вот главная дверца взломать. Я не люблю никакие преграды. Эти гноми какие-то, блин, проходные дверцы. Сломать. Их прям, не знаю, сдуло, блин, ветром. Мне это нравится. Что это еще за дверка там? Мне это нравится. Ух ты, у меня даже мои гоблины уже разведывают территорию. Тут нашли какую-то дверцу. Блин, эти туннели вечные. Это просто рай для моих миньончиков. Вперед! Вперед, мои маленькие боевые кролики. Ух, ой, да тут проход есть по туннелю. И такой себе непростой проход, кстати. И мы все ближе приближаемся к их порталу. Так, мне бы, наверное, надо будет их отпустить немножко потом, ну, в дальнейшем. Ноды, чтобы они изготовили для меня взрывчатку. Вот тут, насколько я помню, взрывчатка. Бомба, 2000, они уже изготовили. Изучена взрывчатка, поэтому проблемы не будет. Мы летели, пацаны, давайте, давайте, давайте. Как там пытки проходят? Больно, ребята, больно. Суккубы должны тут. Да, наши тюрьмы пополняются глупыми гномами, которые имели неосторожность против нас выступить. Ну, и крепкие, они до сих пор еще держатся. Я прям поражаюсь их невыдержки. Даже против моих злейших подопечных. Они, о, еще какие-то высадки. Не трогайте его. Вообще охренели, надо их встретить, короче. Блин, замочили, козлы, сейчас я, вы ответите. Козлины, блин, гномья, вы ответите за это. Куда вы пошли тут? Я вас сейчас догоню, козлов. Куда пошли? Блин, откуда они взялись, кстати? Я вот пропустил этот момент. Я думаю, это вот это вот подкрепление. Хорош. Давайте, 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 ребят. Мы в одиночку. Одну тут прибили. Хрень. Блин, что-то я не справляюсь, кстати, с ними. Это плохо. Это очень плохой звоночек, черт побери. Гоблины на помощь прибегают. Да, чувствую, тут серьезное подкрепление. 5-6 уровни. Я, конечно, забил болтик немножко на развитие. Но мне показалось, что мои войска справятся. Теперь я вижу, что, возможно, и не справятся. Хотя я почему-то постоянно недооцениваю свои войска, но я вижу, что они меня не подводят. Тут быстренько подтягиваются запасные, запасные ребята, резервы. Потянули, потянули трупиков, да? Да, и все у них получается. Убили последнего гнома. Убили последнего гнома, и теперь надо искать следующего. Да как ты посмел, скотина, уничтожить? Давайте посмотрим, сколько у нас осталось бесов. У нас 8 осталось. Двоих уничтожили, гады. Сейчас мы их еще нарожаем. Так, в принципе, там взрывать ничего не придется. Это был один из альтернативных входов. Я думаю, они мне не понадобятся. Вот все-таки шастают тут всякие вкачанные гномики. Кстати, почему у них так много этих гномов? Я их убиваю.
Я над ними издеваюсь, издеваюсь, и все равно они откуда-то появляются и появляются. Так, смотрим, ломаем. Давайте, ребята. Ну, за гномами надо все равно в любом случае следить, чтобы они не забрались к нам в тыл и не разбомбили нам. Нет, это... Хорошо, это заключенные. Ух ты. Встретили, встретили. Ну, по одному, в принципе, это не проблема. А почему они их не кидают в тюрягу? Кстати, давайте их немножко дадим им отбой. Хотя они тут расправляются, эти суккубы. Я хочу посмотреть, как эти суккубы будут пытать моих заключенных. Блин, тут какой-то берсер. Мне бы его забрать отсюда. Куда ты побежал, дружище? Убегай, убегай отсюда. Я сказал убегать. Блин, ну он реально в одиночку тут такое натворил. Спит. Звуки непонятные. It is payday. Что-то в одиночку хочешь все выломать, что ли? Так, деньги хватает. Еда. Да, слышали, что там хотели немножко расширить еду, но я думаю, хватит и этого. Мне интересно посмотреть, как суккубы будут пытать. Ну почему же они не пытают? Воу-воу-воу, ребята! Шестой уровень замучили. Может, его заберут труп? Я думаю, не заберут. Так, ребят, не забегайте сюда. Мне из-за... Блин, моих рабочих они лопаются, как говно. Приходится их отсюда... Факин бесы, блин, ну что же вы сюда бегаете, козлы? Ну видите же, опасная зона. Так, неужели я не освободил кого-то? Мне кажется, и всех тут еще могли быть заключенные, да? Your minions are under attack. Тут уже все, тут я уже атакую, мне надо. Почему они поодиночке бегают, козлы? Что это за взрывы такие? Так, все подтягиваются, подтягиваются мои войска. Давайте, 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 лупите этих гномов. Это просто месиво. Потом за этих возьмемся. Драконы ждут. Поджигают, уничтожают. Подтягиваются. Вот тени подтягиваются, это просто красота и песня, как они двигаются. Чернота сплошная. Так, ну и надо этих нарожать, козлов. 5 штук, черт, повзрывали. 2, 3, 4, 5. Хорошо, хоть маны дешево стоят они. По 50, это не так уж накладно их содержать. Так, вот еще золотишко, и заодно мы еще тут проломим. Да и мы уже добираемся как раз к порталу. Да. И считай победа в кармане. Давайте, мои демоны. Но тут тяжело будет справиться, черт побери. Так, а давайте, давайте. Я хочу сначала вот сюда сходить. Потом уж посмотрим, что там.
Так, все в обратку. В обратку не надо нападать сейчас на эту хрень. Ага, тут еще кто-то заточенный. Это псих, короче. Крыс ест. Бедняга, ему приходится хавать крыс. Так, ну что, подобрались? Да, долго им, конечно, тут бегать. Сухопутным это точно долго. Артефактов много набралось, но просто мои не успевают за этими артефактами. Почему ты не нападаешь, дружище? Неужели тебе не интересно, что за этими дверями находится? Как мне отвадить вот этих ребят, а? Пошли вон отсюда. А, кстати, все, земля моя, могу их набрать. Нет, тебя не надо. Вот это, дракошу. Хорош. Кто там еще машет руками, черт побери. Так, ребята. Встречаем этих, блин, аборигенов. Мечом и топором, огнем и кувалдой. В основном огнем эти драконы жарят просто отлично. Если бы они так быстро не двигались, я бы успевал их немножко подлечить. Они же, блин, обезбашенные. Фу, с горем пополам, конечно, я вижу. Удалось их одолеть, но это было... По хпшкам я вижу не так уж легко. Так, сюда пошли. Ух, вот еще одного будем пытать. Барда. Ломайте все. Ломайте, ребятки. Барда смогу забрать, когда захватит эту тюрьму. Полностью, когда захватит. Еще одна тюрьма. Сколько же наших ребят тут вот еще заточение сидит. Пора просыпаться. Ох, демон лазит тут, красотища. О, встречают нас. Это не отсюда случайно, не из портала вышли? Нет, вроде не из портала. Но тут я вижу крепкие ребята опять меня встречают. Крепкие не то слово. Нет, все нормально, справляются. У меня уже тоже такие ребята, шестые уровни, неплохие. Вот. Так, кого вы подлечили? Так, не мельтешите, дайте мне тебя, тебя, тебя. Кто еще? Кто еще заслуживает? Вот, демон заслужил. Демон вдвойне заслужил. Так, тут разломать, тут порвать всех. Ломать, прошу, порвать на части. Блин, все-таки эти рудокопия, саперы, блин, бегают. Как их пропустил? Почему двери эти не выломали? Хорош. Суккуб. Так, сюда пошли. Не, ну и этого надо будет замочить в любом случае, потому что и притом быстро, потому что мои эти пацаны, блин, не смогут тут облагораживать помещение. Ага, гномов твоих посадил, козлов. Но своих я до сих пор не освободил. Надо, чтобы наши бесы быстренько тут прибежали. Сколько у нас там не поубивали бесов, надеюсь. 9 штук. Опять один где-то потерялся, черт побери. Ай, нате еще. Будет 12, черт побери. 12 бесов. Йо-хо-хо.
Бутылка рома. Тут вот интересно, какая-то порода. Но, возможно, она просто-напросто сделана для эстетики. Не более. Я, честно говоря, больше склонен думать, что там за этой твердой породой больше ничего и нету. Так, пришло время, блин, унижать гномов по полной. Не знаю, хватит ли мне этих сил, но на самом деле у меня войск достаточно. Хотя... Ну, слушай, мне кажется, все-таки маловато. А вот за счет чего? Я же построил тут такие плантации еще. Побери, еще нужны такие же плантации. Я готов еще построить плантации. Прямо тут. Если есть еще свободное место... А, тут комнаты отдыха. Вокруг стоят комнаты отдыха. Пытки, залы пыток. Блин, место немерено. Что это? Blood money. I find that gold made of flesh gleams just a touch. Справились? Нет, до сих пор справляются. Давайте, все навалились и убили. Блин, тут мои тоже полегли, кроме. Мы их, я надеюсь, что наши мелкие заберут. А может и не заберут. А чё я не могу их забрать? Я же раньше мог в длане их забирать. А если... Ага, вот. Ага, всё, прибежали, забирали. А эти, этих тушки тоже в плен берут. Класс. Так, ну давайте тут освободительную, блин, миссию проведем. Да, вот тут уже все полностью захватили. Пытки, пытки, хочу использовать пытки. Блин. А есть место еще? Блин, реально места нету. Так. Я его взять не могу. Блин, я реально отпустил его. Ну блин, придется исправлять свои ошибки. Ворвались уже. Ой, да, ворвались уже, все уничтожить. Уничтожить, ребята, всех. И как помочь вам, ребятки? Лечить, лечить дракончика. Кого там еще? Вот еще. Так, что там наши тут не очень хорошо выглядят. Так, там кого-то зажали. Притом не одного, а нескольких. Но вроде как все нормально. Живущие эти у нас ребята. Не знаю, какого они уровня, но видимо по уровню, что позволяет выживать. Все, вот сейчас самого главного замучили, отлично. А дальше уже без шансов. Это победа, друзья. Это победа. И не правы те, кто говорят. Well done, Underwood. Your minions are being attacked. With no way out, they'll be sure to increase their pressure against Raskos. Move swiftly, or I fear your victory here will be a hollow one indeed. Короче говоря, наша диверсия удалась. Мы попали в тыл к врагу, полностью освободили наших друзей. Да еще и уничтожили портал, черт побери. Давайте посмотрим на статистику. Золото добыто. Понятно, что добыто, захвачено, можно сказать. Убито врагов 46, маловато.
защитных сооружений 117, обычное дело, прочитано заклинание 98. Я, честно говоря, не помню, кого я там 98 раз мог вылечить. Или этих гоблинов, то есть бесов накастовать. Ну, возможно, накликал, не помню уже. Я захваченный ячеек 800, неплохо, 42 минуты. И отличненько, окончательный рейтинг зла 4.77. Я превозмог свои прошлые успехи. У меня не больше там 4000 было, на данный момент уже больше 4077. Поэтому моя злость растет, моя империя зла растет. Можете меня поздравить. Ну, я думаю, на сегодня все. Закончим, продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. А с вами был Хэдкраб. Пока-пока. До новых встреч, друзья.